23 февраля в спортзале Кашхабской средней школы номер 1 был проведен турнир по баскетболу, приуроченный Дню защитника Отечества и посвященный памяти Мурадина Иванова. Открыл турнир главный специалист управления физической культуры и спорта района Аслана Гержануков. Дорогие друзья, разрешите поздравить вас с замечательным праздником мужчин, Днем защитника Отечества, пожелать вам чистого мирного неба, здоровья, исполнения всех ваших желаний. Значит, сегодня мы проводим ставший уже традиционный турнир, приуроченный к этому празднику замечательному и посвященный памяти нашему товарищу, который ушел рано из жизни, Мурадину Иванову. Хочу поблагодарить наших добрых соседей, что они ежегодно принимают участие в этих соревнованиях, пожелать всем успехов во всем. На мероприятии присутствовали родственники Мурадина Иванова, сестра Марьяна Тхакахова и племянница. С праздником 23 февраля, Днем защитника Отечества. Традиционный турнир, который сегодня состоится, уже для нас стал, не сказать, что праздником, но это праздник, ваш праздник, этот турнир каждый год проводится. Спасибо организаторам турнира. Это его друзья, товарищи, с которыми он работал, проводил свободное время и всегда занимались они спортом. Спорт – это была его, вторая жизнь, что ли, скажем так. В соревновании приняло участие 4 команды – Курганинск-1, Курганинск-2, Сосрука и Кашхабль. По итогам игр первое место заняла команда Курганинск-1, второе место – Курганинск-2, третье место заняла команда Сосрука. Победителю и призерам вручены грамоты и призы. Также определены 3 лучших игрока турнира. В воскресенье 26 февраля состоялся очередной 15-й тур зимнего первенства по футболу. Центральным матчем тура стала игра между командами Сосрука и Нур, ведущими борьбу за первенство. Напряженная игра закончилась победой Сосрука со счетом 2-1. Результаты остальных матчей: Юность Интер 6-3, Дружба Егерухай 2-5-6. Thank you.
Давай, давай, давай! 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 Давай,